Так, 4 останется. 4-то останется, да? Есть 4. Так. Просто получилось 4. Минус тут надо. Минус. Минус 1 отбавить. Давай вот это пример. Так. 5. Тут 1 нужно отбавить. Отнять. Вот. Моя. 11 это тоже моя цифра. Так. 4. 5 от 5 отнять. От 5 вот этой цифры. А вот довольно тут надо 100 больше, 100 меньше, 100 равно. Больше. Больше. Меньше. Меньше. 5 больше, чем 4. 5 больше, чем 2. 5 больше, чем 1. Пять больше, чем 3. 3 меньше, чем 5. Тоже. Я закрою закрытку где-то вниз. А это равно 5 равно 5. Равно 5 тут надо. 4. Ну, походу цифры. Так. Давай тут меньше будет 1. Или... Наверное, будет 1. Довольно, я не знаю, какие еще до цифры можно. Которая меньше, любая, которая меньше 5, да? Любая меньше 5. Можем 1. Ну так, тут можем 2, как бы. Все. А в домиках что там делать? В домиках заполнять то, что получилось 5. Так, тут нужно... 2 добавить, то, что получилось, стать 3. 2. Вот, 1. Здесь нужно, то, что получилось, 4. До 1. И получится, значит, 5. Так, то есть, 2, то, что получилось, 5, нужно 3 добавить. Правильно? Да. Наверное. То есть, у нас получилось... И тут, короче, 4, нужно добавить 1. Я правильно все... Давайте заполнять этот и этот. Я очень... Мне это все нравится. Вот это мне нравится делать. Вот это и вот это. Заполнять домики. Да, то есть... То, что получилось 5, нужно тут добавить... 3. А что там за цифры? Я не вижу с твоей рукой. 2. Ну да, давай, пиши. 3. Добавить. Это правильно. Видишь, тут 2. 3. 4. Нужно добавить 1. 3. 2. Добавим. А что? Как тут? 2 и 3. А тут 3 и 2. То есть 1 и 4. Ну, за 2 домика добавить 4 следующие. 1 и 4. Опять. Просто получилось так. То есть 2 и 3. Я очень внимательно это делаю. С этим. Видом. Давай, доделывай уже. Да, то есть 4 и 1. Так, то есть остался еще один будет домик. Что ты там напишешь, хоть говори. Да ты сам вот 1, 2, 4. А там что? Все а ты что не понимаешь? Да, все надо. Это 3, тут 2.